Вот сюда присываемся, вот где вон там, на кушеточке. Последний раз Николай Михайлович проходил проверку на туберкулез год назад и считает себя совершенно здоровым, поэтому даже на бесплатное обследование не хотел идти. Но после того, как узнал, что его еще и накормят, сразу же согласился и лишний раз убедился, что здоров. Нормальный, чистый, здоровый. Я знаю, что чистый. Знаю, что чистый, сразу буду зачем вас спросить. Однако не всем так повезло. У одного из обследуемых врачи обнаружили патологию, которую необходимо незамедлительно устранить. У него изменения на правом легком верхушке. Есть подозрение на процесс. Но неизвестно, старый процесс или свежий. Чтобы дообследоваться, ему надо проверить, вот сесть в РПТД, ну, диспансер, и там сдать кровь, мокроту. И тогда они уже дадут результат точный. Точный результат возможен только при совместной работе как врачей, так и самих бездомных. Однако, как показала практика, данная категория людей не идет навстречу сотрудникам здравоохранения. Из-за того, что эти люди являются мигрирующими источниками заражения, они не проходят, как остальное население, профилактические медицинские осмотры, как положено. Очень трудно их выявлять и их лечить. Как отметили сотрудники Красного Креста, данная акция будет проводиться регулярно и уже на добровольной основе. Теперь каждый бездомный может два раза в год, зимой и летом, прийти в поликлинику номер 1 и бесплатно обследоваться. Руслан Батуев, Виктор Немаев, Новости дня.